Сегодня у нас 3 декабря. Сегодня выходной, суббота. Начало зимы. Лучшее время для того, чтобы провести свое время, выходные и отдых с семьей. Мы находимся в Гончаровском парке. Время сейчас примерно где-то 10:30. И посмотрим, какой у нас сегодня день, благоприятен ли он для прогулок. Снег сегодня сыпет с самого утра периодами, то усиливается, то уменьшается. Но в целом погода такая, очень комфортная. Хотелось бы, чтобы она такая была бы и на Новый год. Посмотрим, что у нас сегодня в парке можно наблюдать. Танцевальная площадка. Сегодня мы испытываем новое транспортное средство. Конечно, это не попа, а он тот оранжевый конь, которого он потерял. Ну, надеемся, что после вот этого вот всего баловства он все-таки скатится. Андрей, давай попробуем скатиться на самокате на твоем с этой горки. Думаю, что будет падение. Ну, посмотрим. Давай. И толкайся. Ну, первый блин комом, но ничего. Я надеюсь, что все у тебя получится в следующий раз. Вот такая у нас концертная площадка, на котором проходят мероприятия, праздники. В целом собирается народ и веселится. Примерно так же. Откуда можно наблюдать всю концертную программу, это вот на этой сосне, вот там видно, досочки сколочены. Это лучшее место, откуда можно наблюдать какой-то праздник. Как я уже говорил, что в парке есть везде таблички, есть разные указатели, которые рассказывают о том, где мы находимся и чем можно позаниматься в этом парке. Вот, например, воркаут-зона. То есть это площадка для занятия спортом. Сегодня, конечно, нет никого, но с утра здесь уже видно, натоптали. Здесь уже были люди, которые ведут здоровый образ жизни. Значит, вот такие силовые тренажеры, разбросаны по всей этой площадке, дают возможность большому количеству людей с утречка заняться спортом. Хотя можно и в вечернее время, потому как освещение здесь работает, можно позаниматься и после работы. И турниковая зона, лесенка, ну и какие-то силовые тренажеры, включая всякие скамейки. В общем, есть в этом деле большая польза для всех. Ну, в первую очередь, конечно, для горожан. Вот такая площадочка в парке. Ну и не без вышек. Вокруг всего парка расположены вышки телекоммуникационные. Они же мобильные, они же с Wi-Fi интернетом. Они позволяют комфортно проводить здесь время, все время находиться на связи. Также в парке есть вот такие вот стойки, к которой подойти можно в любой экстренный момент и сообщить о случившемся. Вот еще значочек прикольный. Наверное, можно было бы и на всякий случай нарисовать человека в том же самом кружке. Потому как бывают такие. Даже несмотря на то, что в парке работает туалет, люди все-таки все равно превращаются иногда в зверей. А также можно еще и сообщить, у какого столба вы находитесь в настоящий момент, если вам вдруг стало тяжело как-то или что-то произошло. Такой некий ориентир. Мусорные ведра – важный атрибут парка. В парке всегда чисто, убрано. Это, в общем, хорошо. Волейбольная площадка, детская площадка, универсальная сцена, танцевальная площадка. Вот одна из площадок для подростков.
То есть парк разделен на три зоны. Это для самых маленьких наших друзей и детей, для подростков и для взрослых. Вот та силовая площадка, которая в продолжении идет вот для подросткового возраста детей. В принципе, можно оставить здесь на играх ребенка и пойти спокойненько позаниматься спортом. В любом случае, не потеряйтесь, будете находиться под вниманием. Большое количество разных качелей современных. В нашем детстве, конечно, таких площадок не было. Ну и самое такое, конечно же, сейчас из-за снега не видно, это ковровое покрытие прорезиненное. То есть оно создает большой плюс, в принципе, в настоящее время года. Можно при падении не сильно удариться, а также слякоть какую-нибудь не испачкаться. Огромные качели, в принципе, на них катаются и взрослые, в хаотичном расположении движутся, всякие препятствия, полоса препятствий, назовем их так, можно полазить, достичь какой-то цветной цели. Значит, на территории работает палаточка, продает игрушки, кофе, есть прокат, в котором можно в летнее время взять ролики, поиграть в теннис, волейбол, бадминтон. В общем, все это благодаря нашей администрации этого парка, которая проводит здесь разного плана мероприятия. Вот мы видим финиш, здесь, наверное, старт, да. И вот позади, на первом этаже, как раз расположена эта администрация, которой огромное спасибо за то, что они устраивают для всех нас, жителей этого района, для детишек. Вот, огромная благодарность, потому что за парком следят, проводят классные здесь фейерверки, концерты, приезжают разные фигуристы. Вот там каток, мы сейчас к нему пройдем. Все это под вниманием. На территории работает постоянно охрана. Следят за порядком, а также за игровыми зонами. Если что-то сломалось, то немедленно сообщают об этом и быстренько меняют, ремонтируют. А вот и каток. Играет музыка. Техника для обслуживания катка. И вот такой вот каток, где люди весело проводят время. В ночное время он работает. Работает подсветка здесь. Лед очень ровненький. Уборка вон происходит этого катка. Здесь же прокат работает коньков. Можно прийти и покататься. Работает с 11 до 22. А так каток бесплатный. Вот для тех, кто не понял, зачем эта зона нужна. Ну, мы находимся на верхней части зрительских сидений, или зрительского сектора, давайте так назовем его, откуда, в принципе, очень удобно наблюдать праздник. Вот так вот вся эта зона выглядит. Работает хладогенератор, холодильник, который обеспечивает хорошее качество данного ледового покрытия в любую погоду, и каток будет работать даже в теплое время года некоторое время. Ну, и здесь вот хозчасть, тут дворники следят за чистотой и порядком. Снег усиливается. За катком, еще раз повторюсь, находится администрация парка. Уже идут приготовления к Новому году. Вот здесь вот самая лучшая такая зона для детей. Это тарзанка.
Наверное, отсюда плохо видно. Сейчас я перемещусь. Здесь тоже разного плана развлечения. А, и мы видим, что здесь вот такие столики. Здесь в летнее время проводят теннисные турниры, даже награждают победителей. Можно прийти всегда и принять участие. Причем призы очень интересные. Мною наблюдались вот как раз в период, когда играли в настольный теннис. А также вот были русские забавы, кулачные бои. Там на праздник Матрицы были достаточно интересные призы. Много народу было и весьма интересные конкурсы. Такой примерно принцип работы. Пока дома и катаются на тарзанке, покажу вот это вот место. Это бельчатник. Когда-то здесь были белочки, по-моему, две или даже три. Но они, видимо, не прижились, потому что огромное количество детей постоянно их тревожит. И они находятся в таком беспокойном состоянии. Но парк предусматривал когда-то это. Вообще... В свободе они здесь вряд ли приживутся, потому что проходят часто, еще раз повторюсь, праздники, и здесь устраивают хлопушки, всякие салют, и громко музыка играет. Здесь, в общем, сложно какому-то дикому зверю прижиться. Ну, птицы, да, когда-то были соловьи, они в лесопарковую зону вот с той стороны пруда перебрались, иногда поют летом, очень хорошо слышно. Но вот таким искусственным образом привлечь сюда белок очень сложно. Еще одна небольшая детская площадочка до 16 лет, возрастной показатель. Также есть такие вот аллейки классные. Вообще, конечно, летом здесь интереснее снимать, но зима тоже расставляет свои коррективы. Тоже здорово. Как и говорил ранее, что присутствует здесь волейбольная площадка. Проходят тоже всякие разные соревнования. С другой стороны, есть продуктовый магазин «Пятерочка». Если проголодаешься вдруг, то можешь туда сбегать. Или сходить вот в это кафе маленькое. Здесь, кстати, работает тоже и ресторан. Сейчас в зимнее время он закрыт, но в летнее работает, можно весело перекусить. С другой стороны парка тоже расположены продуктовые магазины, поэтому тут проблем особых нет. То есть указатель: администрация, универсальная сцена, детская площадка, зона спорт, хоккей, футбол и волейбольная площадка. Мы на ней как раз побывали. Значит, вот в таких узких сооружениях расположена охрана, которая следит за порядком. Значит, работает туалет. Некая выставка арт. За ней расположены вышки сотовые, которые обеспечивают постоянно устойчивую связь. Ну и сзади есть пруд, сюда прилетают утки, все лето тут находится, выводят даже утят. Причем очень удивительная история. Вот от этого пруда расположен с другой стороны такой оранжевого цвета, даже розового, дом, и утка выводок иногда делает на нем. Более того, скажу, что когда утята подрастают, значит, она их сбрасывает вот в водосточную трубу, в воронку. По очереди они как комочки вываливаются внизу. И потом она их строит и ведет по дорожке вот сюда на пруд. Вот в этих домиках в середине пруда они обитают. Один раз я это зрелище сам видел.
прям по дороге утка вела их сюда вот на пруд. Это вот здание или строение. В общем, это шахматный клуб, назовем его так. Под навесом можно за этими столиками поиграть в шахматы или в шашки, потому как на поверхности стола нарисованы клеточки для игры. Настольные игры. Возможно, вот как раз время проводить здесь, когда плохая погода. Встречаться, собираться, в общем, проводить время свое. И вот площадка для самых маленьких друзей. Так вот она выглядит. На которой написано «Вечная память героям, павшим за Родину» с 41 по 45 год. Одна из достопримечательностей этого парка — вот такой монумент. Здесь написано, что Владимир Ильич Ленин 22 октября 21 года присутствовал на испытании первого советского электроплуга на Бутырском хуторе. Вот он здесь расположен. Его, конечно, мало кто посещает, но в целом стоит магнит универсам. В общем, здорово сегодня в парке, одним словом. Погода прекрасная, мы здорово сегодня провели время. Ну и сделали небольшой экскурсионный обзор по этому прекрасному парку. В общем, нам всем понравилась сегодняшняя прогулка. Мы остались довольны. Всем рекомендуем проводить время в такую погоду в подобных местах для отдыха. В общем, здорово это все. Всем спасибо за просмотр.